в День Победы на Первом. Группа «Агат» в составе 8 человек имеет задачу десантироваться в тыл противника в квадрат 23-14, обнаружить установку БМ-13 и уничтожить ее путем подрыва либо другим возможным способом. Тревога. Подъем. В ружье. Берите все подразделения и начинайте облаву, чтобы ни один не ушел. Основано на реальных событиях. Я разведчик из Москвы, заброшен сегодня ночью. Как думаешь, с ними все в порядке? Меня бы послал. Они же дети еще совсем. Он у меня на мушке. Где диверсанты? Много ты их как... Как стемнеет, будем атаковать. «Привет от Катюши». Премьера 9 мая на Первом. Товарищ генерал, группа Ермакова выходит на связь каждые час-полтора. Что сообщают? Приветы передают. От кого? От Катюши.